Mr. Clinker. Smart me, and you'll just end up smarting. Так, ну, привет всем, да? Здорово, прикор. Короче, плейлистик я не доделал. Будет играть несколько песен. Наслаждайтесь, так сказать. Что я такое, я пока тоже не понимаю. Очень классные все три шмотки. И непонятно в каком направлении смотреть, да. Очень приоритетный варлок здесь, именно с двумя кор-варлоками и с макакой. Скорее всего, будет выигрывать эту игру именно варлок. Какого-то гира нету, чтобы можно было... Девяти магом это контрить. С одной эффективной легой. В маге, думаю, не получится. Все остальное этот билд легко бьет. Ну, девятихан, кстати, какой-то, наверное, может подраться, но это должен быть супер сильный девятихан, да. Ну, вероятность, что Махант, наверное, еще пока есть. У нас есть Undead, есть снайпер, ну да. Пора со шмоткой определяться. Но я, наверное, Vitality всегда буду оверрейзить. Несмотря на шанс в мейке. Ну, теперь непонятно, да. Ну, Chainmail, очевидно, да. Мейки не было, окей. Я все равно хочу его лапнуть и драться. У меня не самый слабый стол. Первая мека. Это два бадона, жестко. Так, какого хуя? Я же не добавлял эту песню в плейлист. Он, видимо, что напутал. Дальше разберемся. Чем-то точно не надо, вот это. Да, пусть будет какой-нибудь Фарион Руш рандомный. Привет, The Noise. Здорово, SMFan. Сегодня ожидается бодрое рубилово сенстриков. Мне бы всегда, конечно, хотелось бодрого рубилово сенстриков, сам понимаешь. Но там дальше как пойдет. Здорово, Има. Очень тяжело игры собираются, я вторую игру вот собрал кое-как. Там еще то приложуха затупит, то люди не сразу заходят, то есть... Есть вероятность, что в какой-то момент я психану и мы пойдем... Играть на второй аккаунт не хотелось бы, но вероятность такая есть. Не знаю, что здесь пикать, это слово совсем, да. Ну, anyway, я, наверное, здесь лучше всего реализую пока что эти шмотки. Кстати, какой у них кулдаун? Спел-то классный, 12 секунд всего, да.
То есть половина из этих 12 секунд она контролит юнит. Довольно-таки неплохо выглядит, да? Эх, умрет, будет плохо. Жить, подруга, жить. Умничка. Да, визор, да, но непонятно, чем нам это сулит, что нам это сулит. А, я почему-то хочу вот так выкупить. Не спрашивайте, почему. Третий визард. Можно было уже 6 троек закрывать, да? Ну, пока было бы слабо. Ничего не закрылось. Кстати, если Лонта 2 апнется, я, может, даже пикать должен Рубика и действительно закрывать. Рук 3, нихера себе. Да, я вчера без стрима сыграл несколько игр. Здорово, Бизип. Здорово, ёжик в Самайне. Так это ж начало сезона, это... Неинтересно. Бля, я столько мусора накупал, если честно. Прям фул-фул мусора, да. За одних только визардов получил. Но я буквально держу этих визардов один раунд, но в случае, если апнется луна, я захочу действительно закрыть быстрого. Шести тролля в луне, да. Это единственный вариант. Хотя даже уже держать-то не хочется, но... В целом, Винстрик нам окупает эту монетку, которую мы что теряем, так что... Так, ну допустим, я хочу ставить Тирблейда. Абсолютно точно. Делает ли что-то луны здесь? Непонятно. Выкупаю ли гримас? Скорее всего, нет. Есть ли у кого-то ранние легионки? Ох, ебать, тут вообще интересный парень имеется. Не, ну мы-то на это играть и не собирались в целом. Он еще и с мекой. Блять, как всегда, у самого сильного чела есть мека. Ой, как заебала эта игра. Всегда у самого сильного чела есть мека. Хоть бы раз, блядь, дал челу вот соустрика, вот меку. Нет меки, соустрик. Где твоя мека, блядь? Ой, сука. Может быть, зря мне поскипнул, но... Ладно. Так, ну пора что-то по деньгам восстанавливать. Ты не единственный человек, который нас еще отпиздит в этой игре, да. Теперь уже ранних визардов я точно не хочу. Может быть, мы вообще Тирблейд какой-нибудь, кто знает, вроде никто не забирает ТБ, да. Ну так они войны, наверное, самые сильные, да. Может, Венгу уже не стоит прям откровенно фидить и немножко переставить, но подумаем еще. Бля, главное не сравняться с вот этими челами по ХП, а то у меня истерика начнется. План на игру, так сказать, у нас есть, да. Ничего не понятно, кто на чем планирует играть эту игру. Тут легионка есть, но при этом вроде как у него куча друидов и шмотки хорошие именно. Под друида, да. Так, кстати, надо сделать. Надо было еще Венгу убрать, но она, в принципе, с этим может выживет. Я думаю, ты еще не разглядел, но вроде ты воин, сомневаюсь. Хорошо поставил. То одного стоит инча, у второго собака. Главное, чтобы ты бы успел, успел, успел. Еще и Акса свапнули, вообще шикарно. Только зря ты его бьешь, конечно, на Тироблейде. Это ошибочка от ТБ. Ошибочка, которая стоила нам снова 8 хп. Обидно. Могли не получать эти 8 хп, если бы он бил любого другого юнита. В минус Венга сыграла. Лучше бы нахуй не свапала, наверное, тогда, да. Кстати, интересно, почему он его не добил? Там вроде минус арморчика же много, да.
Ну, вообще похоже, что Этерблейд все к этому идет, да. Нахуя, кстати, у меня стоит три охотника на демонов, потому что могу себе позволить, потому что нихуя больше не апнулось, видимо, да. Так, что я точно могу отпускать? Вот это. Да хуя еще так-то надо бы продаться. Ну, кстати, луну можно было пока не отдавать. Ну ладно, но я, скорее всего, все равно буду драть эти 2 ТБ после крипов. Думаю, я буду драть эти 2 ТБ после крипов, поэтому не так важен, да? Что там, в принципе, друидов не так сложно найти должно быть. Из плохих новостей я по поводу бана пока что не понял, что я хочу отдавать. То есть визарды дороговато, очевидно. Криты сейчас меня апают, да? Но при этом это One of Manta. А, стоп, это... Ну да, One of Manta. И кусок БКБ не совсем понятно, как с этим быть. Но я точно буду левелапать и точно хочу нажать несколько роллов. Ну, дорогой бан я пока не буду давать, забаню фейсельса. Окей, то, что я искал, да. Что еще можно поставить? А нихуя, что самое интересное, придется луне еще постоять, да. Что пока лучше, Blade Melody, криты или... Ладно, давай пока. Ладно, тут можно не давать, надо подумать с этим. Йоу-йоу-йоу, Мишка, братишка, здорово. Нойся, тоже привет. Блин, а у нас что получается два Нойся сегодня на стриме. Вас еще и попутать можно. Ай, ну говорила, сейчас никто не смотрит, стримеров целая куча. Ну, не совсем так, на самом деле. Надеюсь, ТБ никто здесь играть не будет, да? Ну, вроде не похоже, что кто-то здесь хотел играть ТБ. Вот этот может быть, но... Надеюсь... Кстати, дефнул свой стрик, может быть, я собью ему, да? Блин, еще один сэпчик, это, конечно, классно, но... Фу-фу-фу-фу-фу, ладно, луна мне точно не нужна. Вроде тебе пока что не хочу. Блин, со шмоткой надо определиться срочно, да. Мне кажется, криты сейчас слишком сильно усиливают. Можно пока что заскипать эти. Корону можно до конца игры не получить, а блейды я еще получу. Поэтому я хочу усилиться сейчас, может быть, собью стрики. И именно в криты, чем... Ну, все остальное давайте так сделаем. Забавно, что у меня ни одного друида нет. Я здесь супер классно стою, по идее, должен быть легкий файт. Здесь, конечно, Blade Mail был бы тоже очень хорош. А, легкий файт, проверяйте. Кожан под антимагом как-то взлетел, хуй его пойми как. Антимаг что, умер? Блять, почему не убил ни одного юнита, лол? Это что было вообще? Чего, блять? Тут просто веков хочу продать. Ставить мне, к сожалению, нечего. Ну, уже после такого получения въебал мне впадло платить еще монету. Друидов на роли как-нибудь. Еще один сильный чел, нет, это не сильный. Хотя кто знает, это опять же мека ебаная. Да, мека вообще страшная вещь. Хорошо, что клака она свапнула, это прям очень хорошо. Ну тут, наверное, не было опции, где я проигрываю, но... Пробовал ролить антимага Вингу в Т3 на пятом, зачем? Кто бить-то будет в итоге? Ты даже когда играешь Undead с антимагом и Тироблейдом, предпочитаешь ролить в шестом, конечно же. Да, можно демона еще наткнуть, я все равно пока не выхожу, да. Хули, охотника на демона 3 и демона 3.
Нахуй остальные синергии, варлока мне не дали, а. Вообще, имею 4 тераблейда с баном фейслица, поэтому я думаю, я в порядке, и вроде никто мне не забирает. Ну, SF забирают, но это дефолтная, в принципе, ситуация, да? Пенечков забирают, но на двоих на пенечков хватит. Ладно, в принципе, 73 хп, куда ни шло, я потихоньку камбэкаем, тераблейдов много. Вряд ли я народю раннего Т3 пня, но на Т2 денег мне точно должно хватить, поэтому... Здорово, Лола. Теперь вопрос, как я буду дефаться, по-моему, меня не хватает, но придется нажать несколько роллов. Наверное, хватает, да. Блять, иншей придется сфидить, я не уверен, что это прям дев-дев. Рандомный крит, блять, иншу плохо, постоянно надо было виномансером сфидить, ну ладно. В принципе, почти все принял антимаг, поэтому... Плохо, что СФ второй не спас. Вроде нормас. Хорошо, блейд сам выпал, получается. Решение купилось, сейчас корона и там готовая манта, изи. Ну, почти. Теперь вопрос брать энерджи или пытаться собирать дедаус, мне вариант дедаусом больше нравится. Чтобы быть сильным и народиться первым. Ты не будешь сильным, имея этот антимага и дотривингу, у меня для тебя плохие новости. Это не то, что делает тебя сильным, как бы. Да, серьезно, Лоник пришел раньше, чем Т2 тренд. Понял, блядь. Я очень хочу взять Джевелин, мне кажется. У меня там 9 эльф намечается. Мне кажется, не ошибка. Блин, чувак уже сильный, у него 2 Акиры с мифарей. Ну, благо, что пока что слабые Акиры, да. Может хватить. Ну, наверное, даже хорошо, что он пришел сейчас, так если подумать. Дум классно сыграл у нас, да? Хорошо. Йоу, Мишань, привет, чатик. Здорово, Гириончик. Там на ТБ. Ну, я не согласен, как бы, я тебе уже объяснил. Опа, плюс 3, сколько? 9 как раз. Нужные 9 монет, да? Он, кстати, в 7-м левле, а мы его... Ой, в 7-м левле, ты 2 чена мы взяли и отпиздили. Там что-то парень недоволен, видимо, что-то не так пошло. Ладно, я вообще, по идее, в полном порядке. Ну, бан не очень хороший, но... Переживем. Хочу еще паролить. One-off инча, one-off SF. Ну, видимо... Видимо, ничего не закроется. Ладно. One of SF, one of LD, one of Веник, one of Инша. Слишком мало one of, да. Блять, он еще и пайп нашел. Ну что за человек вообще? Ладно, мы здесь хотя бы под варлоками сейчас деремся, потому что. До этого мы похерили. Что у нас там плюс 2? Ну придется дораливать сейчас дальше. Придется дораливать дальше. Ну, тем более, что SF, скорее всего, у меня будет 102 до конца игры, с учетом мипарей, да. Кстати, уже дальше можно было и не ролить, ну ладно. Последний ролл там. Все отлично. Ну, нов еще пенек остался. Я думаю, я пока и так сильнее. Show must go on. Это кто у нас такой красивый?
Магнитик, ну наконец-то, давай, я готов получить свои. Спасибо большое за поддержку, Макнилкин. Блять, у меня сердечко кто-то спиздил из смайлов, а у меня его нет. Блин, видишь, до сих пор этот лаг. Придется копировать сердечко, которое скинул ты. Надеюсь, у вас нормально отображается. Блять, наверное, у вас... У вас хуйня, да? Так, удалите беспалево это сообщение, это типа не было нихуя. А Макнил нормальный. Сейчас через пробел надо было, ну так сказать. Через пробел нормально? Через пробел заебись, все. Все, поехали, поерить эти сердечки. Макнил, блядь, не могу остановиться, просто въебываю в кнопку. Надеюсь, там вроде ничего нету, надеюсь, 12 уже есть. Вжимал как мог, блядь. Спасибо большое. Здорово, здорово, Романыч. Хуёвые сердечки, да. Не вышло. Так, чё, у меня в роли ничего не было? Блин, у меня стрик так-то был, да? Но в меня можно было доролить. Надеюсь, это... Дворфа есть, скорее всего, ебали тогда. Стрела в СФ, хотя СФ... О, успел, братишка, на СФ, хорошо. Нормально, 19 раунд, это прям супер хорошо. Трик продолжается. Даже модеры не могут, а я сам тоже не могу. Ну да, никто не может. Печально, ладно. Заспамьте там по тихой грусти. Привет, Макнайт, здорово, Нигвальчик. Предлагаю каждому скинуться Макнила по 12 сердечек. А то чё вы как эти? Так, у меня итемы все отоплены в ТБ, но я тут даже особо желанием не горю дизармить, да. По-прежнему One of Manta, One of the Dallas. Ой, а что-то юниты, кстати, херово как-то двигаются. Ой-ой-ой, как все плохо. Ощущение. Блять, всего 4%? Серьезно? Это то ли я, блять, привык играть уже без дропов, то ли... 4 ощущается как 30. Даже курьер еле бегает. Вау. Ладно, антимага я здесь 3 повел, мне похуй, могу себе позволить. У меня потенциал 6 врлок с тераблейдом, наверное, бьет иногда макаку с хорошими шмотками. Думаю, даже часто, да. Неплохие итемы. Ну, ничего не закрылось, но это дефолт, как бы я и не рассчитывал, да. Зато манта вместе с критами теперь у меня имеется, да. Ну, это легкий пик блинка, я думаю. Вообще без вариантов. Вау. Честно, не хотел левелапать, а тут сразу этот рефурион приходит. Типа такой, брат, левелапни меня по-братски. Я тебе нужен. Ой, нахуй я еще одного пня выкинул, не знаю. Ну, можно левелапнуть тогда, да. Чё бы нет. И один ролл такой чисто контрольный. Бля, неохота сейчас дезармить, но надо, да. Ладно, на следующий раунд дезармну. Так, он вроде не очень, да, сильный. У него один мипарь, полтора СФа. Да, Санкинг в тайминг не скастил, пойдет. Трик на месте. Захожу на стрим Кассир, это супер хорошо, нормально, так, стоп, я точно... Здорово, здорово, Кеша. Ну, хорошее настроение, первая игра, сразу хорошая. Как часто мы начинаем с хорошей первой игры на стриме. Наслаждайся, пока можешь. Я, кстати, к твоему совету, можно сказать, так, вот он, пенечек. Что у нас там? Наверное, я больше хочу наебальники у этих ребят стоять, да? А, на фурион.
ТБ не задизармил, ну ладно. Это Найт, да, он единственный здесь стоит. Привет, не с кем лудоманить. Здорово, я у мамы грабитель. Даже 12 месяцев круче, чем основатель. Согласен, согласен. Кстати, бьем тут рилуну. Не особо напрягаюсь, да? Хорошо. Ну вот это что у меня дефлит? Это у нас 100? А, это тот шестый хантер, который закрыл две тройки, да. Ну, вроде еще один раунд ко мне не приходит, он был на 19-м, поэтому... 20, 21, 23 не должен. Хотя эта херня с крипами криво работает, может, наверное, даже прийти рандомно. Веника найти не могу, интересно, конечно. Я сроджусь, типа, да, с ракетика точно в этого виномайнсера, может даже дальше. Все-таки ТБ тоже близко. Я даже еще хочу. Блять, я и вообще хочу улынить. Да ну нет. Блять, так будет обидно сейчас въебать, вы бы знали. Я опять, кстати, не задизармил. Там где тяжелый какой-то пинг, реально с трудом вывожу. А как он нашел в 8-м левеле? Респект. А, он 9-й уже. Ну ладно, извини, был неправ. Ну, скорее всего, нашел макаку в 8-м и пошел улынить в 9-й, чтобы прямо сейчас стать сильным. Что-то из этой серии, скорее всего. Блять, ванов ТБ. А я уже хочу в 9-й левел. Оп, кто-то умер. Респект. Шмотка не та, конечно, которая нам нужна. Это кто у нас умер? Хуй знает, кто это. Неудавшийся мипарь какой-то. Два сильнейших ванофа. Ну ладно, один сильнейший, один полурублевый. Давайте в двадцатку еще раз. Типа вдруг, да. Ладно, я не буду сейчас въебываться в ванов ТБ. Просто потому, что я вроде и так сильный. Типа и... Забивать с этим голову пока что не готов. Отлично, против Синаблинк успели выдать. Я считаю, своевременно. Ну, кстати, смотри, ТБ я бы здесь точно победил, а так даже не близко, да. Хотя Хай, как знаете, точно победил. Что он как-то меня... Ну да, наверное, победил бы, да. Да, на самом деле ничего страшного не произошло. Все вперед. Это топ-1 прошлого сезона умер. А это он? А, да, это он, кстати, точно. Точно, точно. Это его второй аккаунт, да, по-моему? Или он на первом аккаунте поменял аватарку. Под твоими губами. Ну, пока ничего нельзя продать в эко, да? Но СФ я не буду продавать, несмотря на то, что... Ну да, у меня здесь варлоки будут пиздить СФов. А мипарь, кстати, единственный у нас по итогу был. Где-то же шел второй чел, мипаря, он отказался, да. А здесь уже 6 варлоков с макакой. Хорошо себя чувствует. 34 хп, но смотри, ТБ, по идее, буду его бить. Что мне надо, получается? Надо дородить сейчас ТБ. И, возможно, задуматься о бакирах каких-то с ТБ, да. Да блядь, дай корону, игра. Сука. А думаю, здесь все-таки энерджи приоритетнее, но не уверен. 6 варлоков на единичках равно класс очень сильно, но это действительно очень сильно, несмотря на единички, это же не я придумал это. Я не свергну всю магию. Да. Ни одного виспа, кстати, за игру, да? Можно, блять, он что-то скипнул, ну ладно.
Все хорошо, можно булкер ослабить, он сейчас уйдет, если что. Скорее всего, Energy, но я пока что ничего не буду пикать, да. Можно прямо сейчас взять молнии, но вряд ли оно мне надо. Бать, как меня хантер вытирает просто за секунду весь стол ебануться. Законно вообще так бить меня? Только не Миранка, блядь, только не Миранка. Убей нахуй ее. Не убил, братан. Да, это пермастан уже теперь. Хорошая попытка от Терраблейда. Ну ладно. Не хочу брать молнии, потому что... Так, здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Потому что я больше хочу Дедалус. И скорее всего мне здесь нужен Блэйдмейл, если у меня будет гипер, даже возможно два Блэйдмейла. Бля, не нравится, конечно, когда ты закрыл Т3 ТБ, и тебя продолжают пиздить. Какое-то странное ощущение. Фу-фу-фу-фу-фу. Ну, сейчас я этот энерджи ни вместо чего не готов вложить. У меня есть Мидрил под БКБ, если что. У меня есть раз Блейд и два Блейд, если не соберется, если криты не соберутся. Я ничего пока не буду пикать. Блять, посмотрите на эту макаку просто. Тимка с ореха, блять. Блять, убил бы варды, давно бы его добил, чел. Криты соберутся, так у меня пока нет критов. У меня нет ни критов, ни БКБ, какой мне смысл брать Митрил? То есть, в чем логика там? Не надо подумать, в каком левле я должен идти за варлоками, либо за акирами. В восьмом или в девятом. И придется ли мне здесь стоять на дабл присте? Пока что оба варлока вроде слабенькие. А этот чел меня вряд ли пробивает, но я надеюсь. Это два фигурки, Doom Т1, Warlock Т1. Шмотки крутые, но более-менее тут... Ладно, сейчас, кстати, посмотрим, как мы деремся с Сином. Ну, мне кажется, он у меня тут в половине сценариев может отпиздить, да? Да, к сожалению. Плохо, что он нас начал бить Сларка, а не любого другого юнита, опять же. Ну ладно. Зачем ты ничего держишь? Потому что у меня не было раунда, где бы я мог ее века продать. Сейчас есть такой раунд, продал. Ну у меня 2 ЛД вроде придет, а у меня нет Т1 ничьи. Блин, хоть раз бы игра взяла и сделала то, что я сказал, да, такой, типа, я такой, блять, вот, понял, эх, только один, понял, что я имел в виду, типа, знаешь, на самом деле, я здесь SF и Т3 уже не ролю, поэтому я даже легко его отпущу, скорее всего, да, с яблоками, ты без яблок, ну, ты, кажется, умираешь прямо сейчас, да, ворлок поудачнее получился. Ну, ТБ здесь хорошо прыгает. Чтобы не получать стрелу, по идее. Та самая песня, которую вы не подпели мне. Та самая, да. Вроде хорошо файт идет. Если бы руты еще от медвежонка, да? А, стоп, это... Показалось, корона отлично. Так, что у меня здесь можно уже собирать, да? Так, ну теперь точно энерджи, чтобы грифсы еще попробовать собрать, да?
Ладно, я поддержу этого СФа. Решили сильные итемы, поэтому я здесь уже не за топ-4 играю, наверное, повыше. Надеюсь, поэтому. Так, у меня все итемы в ТБ, я правильно понимаю, да? Не точно даю ему манту, точно меку, точно вот это. Дальше можно не торопиться, да? Ой, вообще не двигаются юниты. Ой, давай, давай, братишка. Почти. Либо сапог, либо энерджи сейчас пикаем. Ну, если что-то из этого упадет, конечно же. Ну, или вообще нихуя не упадет, как обычно, да? Мангусик, приятно. Я бы обрадовался сапогу, но нет, так нет, как бы демон Дедалус тоже неплох. Но, скорее всего, энерджи я пока не даю ему. Я даю вот так, да. Я думаю, плита против хантера. Мне все-таки пока что понужнее, да. Можно дать юнитам, которые на продажу там. По типу Куриона, скорее всего. Где хантер стоит? Здесь, это хорошо. Вот так надо сделать. Не знаю, на, братан. За Далусом с Ассасином получше, да? Это хорошо. Блин, какой же сексуальный предмет манта, это жесть. Топ-4, хорошо. Вообще, я думаю, можно тут найти СФ еще одного, да. Эх, где эта инша, про которую мы говорили, ребята? Кстати, Акира СЛД тоже можно взять, да. Акира СЛД тоже можно взять, Хантер. Хантер на месте, хорошо. О нет, это же шестиверок на единичках, что-то насильное лобби просто. Так это неплохо было у него. Вот еще один шестиверок на единичках, почему он не боссан? Вот они все единички. У него был только алхимик-то 2, Т1 виномансер. Блять, он тоже боссан, ладно, извините. Неудачный пример, блять. Почему-то вот в обратную сторону эта игра порофлила надо мной, да? Так, кто остался? Остался Ассасин. С Ассасинами, кстати, неплохо себя чувствую, да? С Ассасинами мне даже врлок нахуй не нужен, мне вполне Акира хватает, да. Мне вполне хватает Акира. Вряд ли я дабл пристав уже буду с ним ставить, это... Звучит как хуйня полная. Будет двигать. Ладно. Что у нас появилось? Нихуя не появилось, да, по-моему? По-моему, нихуя. Ну, вроде и так нормально, да. Вроде и так нормально. Ну, кстати, шмотки не отдал почему-то. Один хп, похуй, в следующей игре отдам, видимо.
Я, кстати, не уверен, что здесь хочу выбирать Рентай Фуриона. Пока что не готов это принять. Будет двигать или нет? Блять, серьезно, не будешь, тебе вообще похуй на игру. Ну ладно. Можно было, кстати, второе на Energy SF отдать, но... Ладно. Оба SF успела. У меня оба успела, у него как. Вроде тоже нормально, да. Нет, не нормально, хватило. Сларк впился в ТБ, но при этом ТБ изначально бил другого юнита, поздно на Сларка переключился. Дожил до крипов парень. Плохо, но ладно. Где инча хоть одна? Царствие начинается. Блять, серьезно, еще верлоков сует. Здесь есть что-то лишнее? То, наверное, нет. Ой, Акир, тубит ассасин. Я, I think, кто Акир? Бета. Мне бы иншу ебану найти. А тут запасом, тут можно было много еще что сделать, но даже не пришлось придумывать. Не вместе тебе, я напробую. Блять, там столько сообщений ТБ, скипнул, не страшно.